Давай. Ты меня не знаешь, нет? Не, не знаю. Блядь. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Можешь, давай руку, руку. Бежим в лаунжону. Не, мы не идем через черные ходы, мы любим там, где побольше. Бля! Дорогу! Дорогу! Пропустите! Андрюха, беги! Бегу! А где мы? Да, погнали, эти пробегут. Погнали, давай. Перепрыгивай. Сука. А где лаунж-зона? Пойдем. Андрей. Да, я Андрей. Я Андрей. Пойдемте, пойдемте. Да, тихо, успокойтесь. Нет, мы идем вперед. Все, разойдитесь, пропустите. Не толкаемся. По карманам не лазим. Нельзя. Ничего нельзя. Где? Где лаунж-зона? Там. Разойдитесь, да не хочу я ничего. Да, блядь. Не заставляйте меня толкаться. Проводник показывает. Все, разойдитесь, блядь. Блин. Мы сможем, все нормально, все чуть-чуть. Подожди, нам сюда. Пришлось бежать через все выходы, там, где все смертные ходят, потому что не знаю, где черный вход. А ты на писюн смотрел? Подержи, только не спизди, не спизди. Давай мне. Я сражаюсь с победителем, если что. Раз, два, два, три. Давай. Ну, нихуя. О, нихуя. Ты правша, левша? Левша. А, ну, напряжение. Ну, я же не правша. Три. О, 1-1. Последний. Ну надо, ну именно вот кто выиграет. Он левша, он левый победил, я правша вот так. Ну да. Ебать вы хитрые, блядь, победила. Нет. Дружба, блядь. Вот ты сразу взялся уже. Ой, раз, два, три. О, ну это интересно, нихуя себе. Ну все, не опозорился я тебе. Леша, расскажи. Только что мы мимо идем. Идем, короче, в туалет поссать. Подходим к Мариане Ро. Андрей сзади. Поднимает. Охранник. Ты шо, блин? Че ты сзади подходишь? Подойди спереди, блядь. Охранник дал посрать за то, что я к Мариане подошел просто, ну, типа, просто подолжу, типа, привет. А в том-то прикол, что я в жизни ни разу не видел. Я не знаю вообще его лица. Кто так это вообще? Леша говорит, а где Мариана Ро? Я, типа, я к ней подхожу такой сразу, типа, хоп. Охранник, типа, на тебе, сука, посрачник, блядь. Говорит, че ты подходишь сзади? Подходи спереди. В смысле, мы в женском туалете? Ну, а, да? Нам можно все. Ребята, выйдите, сфотографируйте. А что там? Где-то там вот. Тоже. Там туалет. Дальше. Там дальше туалет. А налево. Пойдемте в туалет. Стоп, а сколько вам лет? 13. 13-12. Чувство, когда у всех намокли. Не знаю, я надеюсь. Давайте в туалет приеду, там где пускай будет сходка на туалет. Нормально. Во-первых, я буду просто сидеть на унитазе, вы можете фоткаться. Что, не хотите? Да я сейчас просто уйду туда. Не хотите, я могу просто уйти. Я буду крикать мороз. Так, следующий. Чувствую себя Дедом Морозом, знаете, когда ему садится. Боже мой, чувствую, так трясешься. Ты меня боишься? Почему? Следующий. Леша, что там за... Леша! Что? А что там за Кристина? Пропустите пидорасы ко мне. Что? Какого? Меня. А что тут происходит? А чувак, тут педофилия происходит. У нас проблемы. Шеф, водка закончилась. Девочки, иди водку, подливайте.
Я понял, что ты доросла до возраста согласия. Так а согласие, где оно? Все, согласия нет, у меня нет. Что? Не надо мне записывать щипать. Ты как Санта-Клаус, понял? Типа, у тебя все школьницы на коленках сидят. Не, нельзя. 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 На коленке следующий. Какой ты подарок, девочка, хочешь на Новый год? Никакой. Никакой? Блин, так, то есть я мог бы сейчас какать, да? Да. Иди сюда. Я ваш Дед Мороз. Класс, вот сосед в унитазе. Ты можешь сесть? А ты вот тут и держишься, видишь, что ты сидишь? Следующий. Знаешь, я как эльф, блядь, это. Интересно, если бы я был голый. Следующий на коленке. Кто? Ну, на коленке никто, нет? Все, очень закончил. Я же попахивает, сильно попахивает. Все, давайте я уйду, потому что сильно как-то все странно. Ну, я как бы вас тоже люблю. Подожди, а ты, стоп, Халбер, да? О, Мартыненко. О, знаю я это. Давай знаю. Фоткаться. Сейчас, секундочку. Вероника! А, привет, солнышко моя любимая. Ты скучала? Ну-ка снимай сверху, чтобы я красивая. Давай ты будешь снимать, держи. Всем привет. А, вы не на это хотели смотреть? Ну ладно. Смотри, герпес, снипер, да и всего лишь щечку. Успокойся. О, это так мило. Ну дай им щечку. Стоп, ты ебали? Нет. А, ну тогда, так что ты тогда начинаешь? Смогать то все. Пиздец, блядь. Да нельзя, блядь. Вероника не хочет слезаться. Пиздец, блядь. Пиздец, что? Лёша, я... Спасибо тебе, правда. Вероника сказала, я ебал с тобой лизаться. Давай. Вероника сказала, я ебал с тобой лизаться. А где водка, Лёша говорил? А ты сейчас, ну как, блядь, это будет... Я как бы не хочу навязываться, можно с вами, Стас Давыдов, познакомиться? Меня зовут Андрей, можно? Очень приятно. Привет, камера. Ну, тут будут люди в итоге с той стороны, но сейчас привет. Я надеюсь, что они там будут. А сколько у тебя подписчиков сейчас? На личном канале 160 тысяч. А на общем, прям общем? Хорошо, 5 миллионов и 8 тысяч. А вы снимаете сейчас на... хорошо? Снимаем еще. Да? Андрей. Там, где порнуха, типа, анимешная. Я смотрю чат рули... Ой, не, ой, блядь, чат рубает, как он называется. Девочки все пихают. В общем, мы поняли друг друга. My Free Camps душевнее, советую My Free Camps. Там комьюнити намного приятнее и вообще... Мне нравится этот Холли, там ее зовут, девушка одна. Мне нравится, я на них в Инстаграме везде подписан. Там гномы участвуют часто в видосах фарфоровые. Ого, ты меня не знаешь, нет? Не знаю. Бля, ладно, ну когда-то может быть. Ну ты такой... Мне понравится. Я не знаю, я сомневаюсь очень. Я не помню у кого, но кто-то говорил, что, наверное, тебе не понравится. Очень сложно организовывать дерьма, фестивали. Наверное, не настолько дерьма. Фестивали долбоёбы. Не знаю. Уже дойти. Сюда. И что дальше? Сюда. Я не пойму, что где. Я не пойму.
нормально. Снимаешь. Но перед сном только снимаешь. Да-да. Кому нравится? Потом же тебе купили такую шубу и ходят. Кадр обязательно. Попадайте все. Огонь. Большой автор-пати. И тут, сейчас, секундочку, тут халявное мясо, поэтому мы набрали много мяса, едем дальше гулять. Да, Лизочка? Просто коллеги по работе. Да? Что? Я говорю, просто скажи да. Что ты сказал? Просто скажи да. Скажи! Просто скажи да. Нет. Я говорю, мы коллеги по работе. А, ну да. Нет, даже громко скажи, ну да. Ну как да. Как коллеги по работе. Мы сегодня с Лизой переспим. И поставлю то, что ты где-то сказал, ну да. Не надо. Уже поздно. Ну да. Отсюда вот. Смотри.